На первом этапе приглашается Усов Николай, готовится Ярослав Иванов в категории мальчика 10-11 лет, 11 человек. На втором этапе приглашается Анастасия Фрина, Сатарин, готовится Сергей Константин, клуб Юки Доджо. Оценки судей 7-2. 7-0. 7-1. 7-0. 7-3.
На татамино. Татамино приглашается замечать команду клуб Зейпай. Готовится и вести на линии Ярославный клуб Колокунов. На татамино повторно приглашается Сергей Константин клуб Юки Доджо. Готовится на татамино в команду клуб Сатарин. На втором этапе готовится Абдуллаев Раджан Куксейбай. Оценки судей 7-1. 7-0, 6-9, 7-1, 7-1. Средний балл 21,5 балла. На первое татами приглашается Арсенальный тренер основного клуба Малакуло. Готовится меньший лидер клуб Юки Доджо. На втором этапе оценки судей 6-8, 6-7, 6-9, 6-9, 6-7. Общий балл составил 20,4. На второй татами приглашается Абдуллаев Раджан Куксейбай. Готовится Кашинский Ярослав клуб Юки Доджо. Оценки судей 6-9, 6-8, 7-1, 6-9, 7-0. Общий балл 20,8 балла. На первое татами приглашается Бенчик Игорь клуб Юки Доджо. Готовится к тренировку в Семен клуб Сакри. Оценки судей 6-7, 7-0, 7-0, 6-8, 7-1. Общий балл 20,8 балла. На первое татами приглашается Евгений Кусинов, клуб Сатари. Готовится Курыков, Арсений, клуб Монакудов. Шесть!
Оценка суммы 6, 9, 7, 0, 7, 0, 6, 8, 7, 1. Оценки судей 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 4. На первом этапе сумма балла 20,9. Общий балл составил 19,5. На первое татами приглашает Харченко Сергей Кулаков, который завершил сим Александр Максатарев. Оценка суммы 6, 8, 6, 8, 6, 9, 7, 0, 7, 1. Общий балл 20,7 балла. На первое этапе приглашается режиссер Александр Форсандрин. Готовится Василий Ильинику Балаклова. Оценки судей 6, 9, 6, 7, 6, 9, 6, 8, 6, 8. Общий балл составил 20,5. Thank you.
На втором тоннеле оценка судей 6,8, 6,6, 6,8, 6,7, 6,7. Общий балл составил 20,3. Оценка судей 6-9, 6-9, 6-7, 6-7, 7-0, 7-0, 6-9. На втором тотале оценка судей 6-4, 6-7, 6-3, 6, 6-7, 6-9. Общий балл 20,8. Оценка судей 7-2, 7-2, 7-1, 7-1, 6-8. Общий балл 21,4. Для спортсменов Есиновенко Ярослав, клуб «Баларкадо», Печен Игорь, клуб «Юдидо», Гриньков Семен, клуб «Сатри» и Василий Евгений, клуб «Баларкадо», объявлен дополнительный клуб. На первом тотале готовится для повторного клуба приглашается Есиновенко Ярослав, клуб «Баларкадо», готовится Печен Игорь, клуб «Юдидо».
На втором татаме оценка судьи 6-4, 6-5, 6-5, 6-4, 6-2. Общий балл составил 19,5. Общий балл 20,9 балла. На втором татаме оценка судьи 6,6, 6,6, 6,5, 6,4, 6,4. Общий балл составил 19,5. На первое татаме для дополнительного круга продолжается Филиппов Симон Курсатов. Оценки судьи 7-1, 6-8, 7-1, 6-9, 7-0. Оценки судьи на втором татаме 6-4, 6-5, 6-7, 6-4, 6-3. Общий балл 21 балл. На первом татаме приглашается Кришин Игорь в клуб «Викидоджо». Общий балл составил 19,5. Готовится Василий Евгений в клуб «Малабудо». Оценка судьи 6-8, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0. Общий балл 21 балл, ровно. На первое питание приглашается Василий Евгений, клуб «Малабудо». Thank you.
на ней, эй! Ажимай! На второй этапе приглашается Остапенко Александр, клуб «Палат-Дудон». Готовится Пуговкин Всеволод, клуб «Никитоджи». Ввиду неявки спортсмена на татами приглашается Пуговкин Всеволод, клуб «Никитоджи». Готовится на втором этапе оценки сегодня 6,5, 6,7, 6,8, 6,5, 6,6. Общий балл составил 19,8. На татами приглашается Мальвинов Максим, клуб «Никитоджи». Девочки 8-9 лет. Куруева Зелмира, клуб «Сайпай». Если из них кто-то сейчас пройдет, надо учитывать, что ката нельзя повторять. То есть им в полуфинале, допустим, какие-то сана, мы по уровням близости, не знаю, кто сейчас пройдет, нет, посмотрим. А сколько там было из них, из 10 пройдет?
сейчас меня, вот они сейчас считают, там опять... На втором катаре оценка судей 6-4, 6-6, 6-5, 6-4, 6-5. Общий балл составил 19,4. Уровень Зефира, Буксей Май, готовится. Горе Вероника, Буксей Май.